Так, ну что же, вот они, долгожданные ящички рассада Фринго. Италия, Итальбион. А это Азия Трей. Сейчас будем смотреть, что там приехало к нам, в каком состоянии. Так, ну что, А+, Альбион. По-моему, вообще прекрасно все. Доехала, сохранилась. Завтра будем сажать. Смотрите, какие розетки. Так, здесь 3-4. На 4 уже поделился. Здесь на 3. 2. Или 1. Еще 4. Ну что, надо быстрее сажать. Другой достанем. Это категория А+. Ну, блин, ну, конечно, все шикарно. Все шикарно. Надо быстрее сажать. Все отлично. Все отлично. Сейчас еще покажу Азию Трей. Так, вот у нас Азия Трей. Тут тоже итальянская рассада. Не могу точно сказать. А, да нет, все. Все прекрасно. Все прекрасно, но надо сажать уже завтра. Посмотрите, какая корневая. По-моему, прекрасно все. Ух. Обязательно сниму. Покажу, как буду сажать. Сажать буду в открытый грунт. Открытый грунт под агроспан. Смотрите, какая корневая. В этом сезоне эта рассада уже даст полноценный урожай ягоды. Так, а это Альба. Прекрасный ранний сорт. Надеюсь, у нас получится подобрать к нему ключик и сделать его не только ранний. Не только я получить не только раннюю крупную ягоду, но еще и вкусную. Смотрите, какая корневая. По-моему, все отлично. Керышки. Крупнейшие. Крупные очень, по 2, по 3 рожка. Мощнейшая корневая. Ну все, давайте еще один посмотрим. Огонь просто. Просто огонь. Просто огонь. А это, напомню, что это Альба. Это тоже категория А+. Фринго. Ну, пока ехал, уже растаяла. На дороге. Из Москвы именно рассада была 2 дня, но 2 дня я ее не мог еще забрать со СДЭКа, с пункта выдачи. Наконец-то ее забрал.